Всем привет, ребята, с вами Мишоу 2010, и да, я вернулся в Минск с АВ-симулятор. Сегодня, да-да, не удивляйтесь, сегодня мы проедем полностью Зеленоужскую линию на Штадлере. Поедем от Юбилейной площади. Погромче сделаю, чтобы вам было слышно. Погнали. В этот раз я вам обещаю, что ничего не залагает. Так, во-первых, у меня новый телефон, а во-вторых, я установил себе программку, которая позволяет записывать видео и даже не влияет на них. То есть у тебя спокойно все идет без лагов. То есть вот у меня все нормально идет без лагов. Вот, кстати, горлифт. Кстати, смотрите, учитесь, как надо останавливаться правильно. Здесь информатор не работает. Работает только, когда мы отсюда отправимся. Тормозим. Тормозим. Все. Уважаемые пассажиры, коли ласка проходьте у середину салона. Не збирайтесь каля дверей вагона. Наступная станция площа Франчишка Богушевича. Осторожно, двери зачиняются. Next station is площа Франчишка Богушевича. Please mind the closing doors. Поехали. Уважаемые пассажиры, на самом высшем вагоне на нескольких отделениях введен обязательный маточный режим. Берегите себя. Кстати, здесь я могу себя чувствовать, так сказать, на свободе. Я разобрался, все, я могу чинить, потому что сейчас он сам будет набирать скорость. Приближаемся к станции. Потом, может, когда я буду более-менее свободен, я буду, может, играть и на других линиях, может, на стримах буду. Кстати, все мои стримы будут в Discord, ссылка в описании. Площа Франчишка Богушевича Стейшн. Тормозимся. Тормозим. Так, по-моему, я не доехал. Да, чуть-чуть не доехал. Да. Ну, ничего страшного. Если это ничего не будет. Только если я совсем проеду или не доеду. Доступная станция вокзальная. Осторожно, двери зачиняются. Next station is вокзальная. Please, mind the closing doors. Все, приехали. Кстати, выезжаем в самый маленький перегон. Минское метро. А нет, самый маленький, это Куваловская Ленинга. Ну, это линия самой короткой, самой длинной вокзальная Ковальская Свобода, которая у нас будет следующей. Вот, извиняюсь, если я буду... Это... Будет слышно, как я хрюкаю или кашляю, я просто слегка приболел.
сложно. Мы сейчас едем по линии. Потом будут побольше видео. Но если не снимать, так может я еще на стримах буду ездить. Скотти. Ссылка, как я уже говорил, будет на... мой дискорд сервер в описании. Чуть-чуть лагает, но это проведение на станцию может быть. Станция вокзальная. Выход до Черноморского вокзала и площади Незалежности. Переход до техников Московский. Вокзальная station. Exit to the railway station and площадь Незалежности. Transfer to the Московская line. Так, сейчас. Пойдем. Блин, на этот раз проехал. Ну, нафиг важно. Я, кстати, тут идеально остановился. Вступная станция Ковальская Слобода. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ковальская Слобода. Please, mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, я сейчас еще потом мне прикол покажу. Все, поехали. Южнее строить, там будет на север еще строиться, достанется зеленый луг. Вот. Сейчас будем тормозить. Вот, будем тормозить. Станция Ковальская Слобода. Концевая. Техник далее не иди, Калиласка покиньте вагоны. Уважаемые пассажиры, продвижитесь на вагоны и не забывайте свои ключи. Ковальская Слобода, station. Must stop. Please, leave the train. Please, ensure you have all your belongings with you. Сейчас. Вот. Вроде как-то так. Все. Посмотрим. Не чуть-чуть проехал. Ну, давай. Все. Такая станция красивая. Все вышли. И сейчас смотрите. Еще так вот дверями поиграться. Вот. Резко закрытие двери можно сделать. Ладно, все-таки такую уберем в сторону. Погнали в оборотку.
достаю ее. Вот. Заряжаем. Я ж тормозил. Так, учет у нас не больше 20. А нулевая частота это у нас тормоз. Все. Ну что ж, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всего доброго, всем пока.